Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этом видео мы с вами поиграем в мобильную игру под названием Gears Pop. Если кто не знал, Gears Pop — это мобильная игра по типу Clash Royale. Считается, что она, по сути, та же самая, только в стилистике Gears. В этом видео мы поиграем в нее, и я расскажу вам о своих впечатлениях. У меня все готово, поэтому давайте начнем. Сегодня мы будем играть в режим противостояния, где я буду бороться с каким-нибудь рандомным чуваком. Если что, кстати, эта игруха поддерживает ваш аккаунт Xbox Live, поэтому если вы ведете свои данные, то у вас все ачивки будут переходить именно на ваш аккаунт. В принципе, я играю сейчас со своего, как вы можете заметить. Сегодня мы будем играть в противостояние, и если нам повезет, мы поиграем в совместный режим под названием Орда. Противостояние — это, по сути, обычный режим, где ты играешь один на один с каким-то игроком. Орда — это уже такой весьма интересный режим, когда вы совместно с другим игроком можете побороться против босса. Кстати, изначально против него было бороться довольно-таки легко, просто пускаешь всех, кто накопится, и в итоге все. Сейчас же там сделали какую-то имбу, и босс может нанести там пол хп одним махом, поэтому победить ее стало намного сложнее, чем было ранее, когда игруха только вышла. Давайте все-таки начнем и найдем кого-нибудь в игре. У нас идет подбор. Кстати, подбор игроков довольно-таки быстрый. И если чувак имеет Xbox, то там будет слева логотипчик Xbox, как вы видите. Самое главное в этой игре — не прогадать с карточками и сделать себе более-менее оптимальную колоду. Вот, кстати, Маркус тут имбовый. Очень имбовый. И против него очень сложно бороться. И Кейт имбовая, потому что она бежит, 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 бежит и мочит. И еще Коул. Вообще, игрух на самом деле затягивает. Чё? Я тебя не звал, между прочим. Google. Ладно. Ой-ой-ой. Нифига себе, как лагнуло. Кстати, такой первый раз. Матушки и гнатушки. Вот я, скорее всего, здесь сосну. Вот, 100%. Турелька в деле. Если кто-то играет в Gears Pop, ставьте плюсик. Она, кстати, вышла как и на iOS, так и на Android. Довольно прикольная игруха. Она очень прям затягивает. Особенно, когда ты начинаешь выигрывать, а не так проигрывают, как я сейчас. Слушай, я вообще не могу с его натиском справиться. Это вообще жесть какая-то. Еще матушка Кейт мне тут люлей дает. Кстати, в этой игре можно захватывать, так скажем, позиции. И за счет захвата позиции вы можете дальше ставить своих игроков. Это прикольно придумали. Такого в Clash Royale, если честно, я не помню. Так, защитим турельку. Да, дело плохо. Нам хотя бы на ничью надо свести. Сейчас попробуем закидать их гранатками и потом отправить Кейт. Потому что я даже не знаю, как действовать в такой ситуации. Кстати, еще я не очень приспособился к карточкам. Типа, не до конца помню, что на что лучше поставить. Хотя это очень важно. Поэтому за счет своей невнимательности я иногда проигрываю. Давай, Кейт, еще один. Еще один, и ничья будет. Ага, отлично. Вот так вот. Рубить им... Ага, отлично. Сейчас мы попробуем камбэкнуть. Конечно, вряд ли получится, но мы сделаем все возможное. Давай, рубите, ребятки. Или хотя бы на ничью выведем, потому что, блин... Враг у меня начал капец как атаковать. Понятно. Угу, сейчас поднакопим. Так, вот хочу Маркуса выпустить, но... Все, поехали. И вот эту. Так, 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 очень напряженка. Мне сердечко, йок-йок-йок. Угу. Гренадер, поехали. Вот Кейт нужно. Она нормально, кстати, гасит. 17 секунд, не успею, скорее всего. О, ульта, ульта, ульта. Ой-ой-ой, мою турельку бьют. 49, не осилю. Ну ладно, мы свели хотя бы на ничью, и это очень хорошо, поскольку я вначале начал капец как проигрывать. Я думал, все, я сосну. Но нет. Так, повторяем. Кстати, на самом деле очень сложно играть против вкачанных игроков, которые донатят. Денятят. Денятят. Потому что, по сути, у них те же фишки, что и у тебя, но они, блин, сильнее в 2-3 раза. То есть, по сути, если ты выставляешь такую же фишку, ты проигрываешь. Потому что она уровнем ниже. Я потом покажу, какие у меня фишки есть. Сейчас надо попробовать правую занять немножечко, потому что левая у нас уже... Давай, давай, сейчас попробуем Берда. Я как-то его выпускал, и он мне показался такой бесполезный, что он ухапец. Самый классный здесь Маркус. Вот видите, кстати, у него уже второй уровень, а у меня первый Маркус, и это проблема. И капитальная проблема, потому что сейчас он выйдет, и все.
Турель моя вообще ничего не сделал. Хайсё, хайсё. Сейчас мы сделаем так, давай. Снайпера здесь, кстати, очень мощные. Такие достаточно. Потому что они сидят, короче, в укрытии и палят, блин, с дальней дистанции. Это такая крутая фишечка. Ладно. Сейчас троечка. Я думаю, гренадера выпускать. Ой-ой-ой, вот это тоже имбовая штука. Прям капец. Сейчас давайте, давайте накопим. Вот она. Поехали. Тоже достаточно такой мощный персонаж у нас попался. Карман 1908. Вы видели, как он турельку мой мочит? Это вообще говнюк. Я не помню. Блин. Тупанул. Надо всеми силами защищать турельку, иначе никак. Ну и минуту как-то продержаться, поскольку мне все уже капец. Так, минута и ускорение энергии у нас пошло. Блин, Маркус Гренадер, это, конечно, вообще пушечка. Нет. Let's get up! Маркус не затащил. Вот у него Маркус, блин, второго уровня, но моего первого вообще как не офигасит. Я не помню, что делать против Кармайна, у него очень сильный обрез. Ай-яй-яй, он меня как делает, а? 8 секунд, все, я слил, походу. Не походу, а слил. Не люблю я в таких играх проигрывать, но... Ладно, классно, кстати, в этой игре то, что, по сути, матчи, они очень быстрые. Типа, ты зашел, проиграл, выиграл и вышел. То есть, это не мешает никак твоей, там, работе, твоей деятельности и так далее. Ну, затягивает, пиздец. Ну, давай, не подведи. Ну, меня, не себя. Так, Упщика я Кейт. Попробуем одну сторону занять побыстрее. Блин, у него Маркус второй, а Кейт на них не обращает внимания. Так, ладно. Вот Маркус, кстати, капец, как быстро занимает позиции. Этим он населен. Выпускаем Берда. Наш технолог. Ставь турельку. Че бы нам кинуть ему? Сейчас ульта будет. Мы кинем ему ульту. Отличная Кармайн, кстати. Вот сюда мы Маркуса поставим. Блин, и гранату. Нам бы гранату туда. Да, нужно ждать гранату обязательно. Давайте выпустим вот... Нет, таких выпускать нет смысла. Ладно, давай выпустим и вот так вот сделаем. Сейчас мы как раз захватим всех троих. Ай, господи, Кейт, зараза мелкая, бежит. Давайте ее с двух сторон. Так, гренадер. Нам нужно атаковать справа, поскольку там меньше всего жизни у него. Еще давай. Так, вот так вот пустим, вот так вот пустим. И, блин, нам бы ускорение и еще какие-нибудь две карточки пустить, было бы неплохо. Так... Так, у нас больше шансов уже победить, отлично. Давай, ну, ебой! Отлично. Надо ставить Берда, я не знаю, как турельки сейчас, но мы уже ведем 1-0, это хорошо. Берд, ставь турельку, ну что ты ждешь-то, Вася? Тупой Берд. Так, вот этого не этого, этого не этого, вот давайте вот этого попробуем. Я просто не помню, что ставить на Кармайн, он меня, блин, бесит, он, зараза, сильный. Так, все, нужно, короче, правую, капец, как защищать. Так, 9 секунд. Да, наконец-таки победа. Вот вы видели, да, как она сложно мне далась, это капец. Потому что здесь чуваки на самом деле очень хорошо играют, особенно когда донатят или просто когда собирают нужные карточки. Потому что можно повысить себе нужную карточку и, в принципе, ты уже обеспечиваешь себе победу в каких-то матчах. Сейчас вам покажу анимацию. Прикольно, кстати, стилистика. И вроде как неплохая оптимизация. Только фигово то, что эта игра почему-то на некоторых устройствах не идет. Вот, например, у моего брата есть Xiaomi. Не помню какой, вот почему-то он не идет. На моем Xiaomi Mi 6 он идет отлично, поэтому я очень рад. О, нам хороший сундук дали. Вот, в принципе, мои все фишки. Я собрал более-менее оптимальную колоду, которая она у меня сейчас. И хоть она далека от идеала, но она мне нравится. Единственное, я бы, наверное, вот этих мелких поменял бы на снайпера. Потому что снайпер, он очень хорош. Он очень помогает. Но опять же, против медленных фишек. Опыт тут качается не из-за того, сколько ты играешь, а из-за того, как ты качаешь свои карточки. Вот. А опыт игровой, ну, так скажем, рейтинговый, он как раз складывается из победы. Вот если вы можете заметить, вот эти шестерни. Это, так скажем, ну, твой ранг, грубо говоря. Вот. Сейчас давайте попробуем посмотреть через наш клуб. Кстати, если что, мы создали здесь команду GPX Group, поэтому заходите, если будет место. Если что,
мы, и не только мы, капец сколько создали групп, штук 6 вы можете заметить, поэтому если есть место, залетайте. Это нужно для того, чтобы играть совместно в Орду. Просто так найти там человек нельзя, нужно вступить конкретно в какую-то команду и ждать пригласа, если у вас есть определенные жетончики, так скажем. Вот, кстати, парниша приглашает в Орду, давайте зайдем. Теперь мы с One Phoenix Croft будем фигарить против генерала Рама. Как я вам говорил, раньше было достаточно легко играть, сейчас нифига. Но мы приложим все усилия, чтобы преодолеть преграды. У нас будет 3 волны. Угу. Кстати, хоть и здесь есть совместный режим, но режим 2 на 2 не хватает, как это было в Clash Royale. Так, ну мы, думаем, преодолеем этого чувака. Так, как гренадера. Ой, красава, парень, спасибо тебе. Вот да, кстати, у генерала Рама есть вот такая вот имба. Он может твои фишечки как нефиг убрать. При помощи крилов, по-моему, они так называются. Let's get up! Так, ладно, не буду пока делать. Вот таких маленьких пущу. Кстати, парень шарит, как играть, красава. Если ты смотришь это видео, то ставь лайк. А Маркуса пустим. Я бы пустил Берда еще. Может быть, его турелька нам капец как помогла бы. Let's get up! Вот, видите, какая имба? Это вообще жуть. Берд, ставь турель, ну не тормози, ты сникерс не, блин. Ой, Берд, вот вообще... Капец, он начал нас давить. Давай, щеня. О, сейчас нам поможет мать Кейт. Чё-то парень ульту не юзает, я не знаю почему. Может, у него ее нету? А нет, может, и юзает, фиг его знает. Так, и гранатку. В принципе, мы его замочили. Е-бой, первая волна за нами. Но это, кстати, еще рано радоваться, поскольку... Сейчас начнется самое интересное. У него появится, так скажем, щит. И этот щит нужно быстро-быстро убить. Иначе он нанесет пол хп. Вот, видите, вот эту среднюю. Я вот не помню, как ее гасить. Маркус побежал. Так, я не помню. Ладно, давайте попробуем чернильную гранату кинуть. Я надеюсь, что мы сейчас все силы пустим как раз на это. Вот, блин, там уже половина собрана. Ладно, давайте Кейт, она нормальная. Ну, нормальная в плане сильная. Кейт, руби, руби. Давай, малышка, давай, давай. Пожалуйста. Потому что если мы сейчас получим пол хп... Давай, давай, пожалуйста, давай. Ну, пожалуйста. Успеем, да, давай, пожалуйста, успеем. Блин, не успели, да прям чуть-чуть. Зараза мелкая, а. Так, ладно, давай, блин, по-моему, в этом режиме снайперы бесполезны. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Все, так, все силы, короче, вот на нее нужно спустить. Почему? Как мы так быстро отняли? Это вот интересно, турелька так дает или что? Вот, отлично, второй раз мы преодолели, красавец, парниш. Все, все силы сейчас на генерала Рама. Вперед, коалиция! Ну нет, ну господи, почему он такой сильный? Давай. Нет, Маркуса убили. Давай, я Маркуса жду. Давай. Ой, Кейт, красавица, давай, Кейт. Давай, ультуем. Вторая волна за нами, красавец, парень. Вот его, кстати, было сложно убить. Так, что бы нам сейчас выбрать? Маркуса по-любому. Маркус, вперед, Маркус. Да ну нахрен. Надо среднюю, короче, убивать, иначе нам кабец. Надо среднюю, потому что правые и левые нам, в принципе, ничего не дадут. Сейчас она нам жахнет, я уверен. Ой-ой-ой, парни, давайте, кидайте, пожалуйста. Рубите среднюю, пожалуйста. Ладно, все, как бы сейчас мы позиции займем, и я думаю, что, в принципе, у нас должно быть лучше. Ультуем. Сейчас главное занять здесь позиции, как можно больше позиций. Так, гранату. И турель, мне нужна турель очень быстро. Вот если вот сейчас он нам шарахнет, это будет жопа. Давай, турель, пожалуйста. Ну, давай, быстрей. Какую-нибудь гранатку, блин. Фигово то, что вот наши... О, поехали, давай, на среднюю, пожалуйста, вы должны на среднюю атаковать. Пожалуйста, ну! Ладно, я отдам 10 этих. Ну, мы должны его загасить, этого заразу. Вот о чем я и говорил, что он очень силен. Так, занимаем позиции, парниш, занимаем. Блин, вправо надо было ударить, ладно. Давай, и снайпера тоже. Отличное начало, парниш. Я знаю, что он меня не слышит, но я с ним, короче. Супер, все, мы пол хп уже сохранили, отлично. Так, гренадер. Вот знаете, просто интересно играть, вот серьезно, очень интересно. Попробуйте, кстати, и обязательно напишите свои впечатления. Так, ладно, я пока не буду ультовать. Попробую пока Маркуса выпустить, чтобы он занял позицию быстренько. Все, теперь ультуем.
главную среднюю. Чувак, чувак, нажми на кармайн, на кармайн, на кармайн, он много снесет, бро. Ой, вообще начали мощно, все, писец ему. Surprise, motherfucker! Опана, вот, смотрите, как генерал Рам сейчас. Опана, опана, вот он. И минус, ладно. Хорошо, сейчас мы дождемся. Все, он не будет выпускать, походу? Отлично. Так, чувак, у тебя ульта, не забывай про нее. Мне нравится, как он орет. Let's get up! Так, Маркуса обязательно. Давай, парниш, мы... Ёж, матрёш! Так, ладно, Кейт выпускаем в середку. Как раз у нас сейчас турелька будет. Кстати, Кейт отлично гасит. А, еще и матушка ей помогает, хорошо. Так, главное сохранить середину, потому что левая и правая нам не это. Парниш, мы должны загасить ее, хоть убей. Так, почему-то игруха начинает лагать. Блин, опять ее. Ладно. Давай, давай, парниша. Сейчас мы можем, кстати, просрать, офигеть. Но второй раз я кристаллик не дам, сорян. Капец, они давят. Ладно, сейчас главное занять позицию. Все силы бросить уже на следующий раунд. Все, Маркусы, побежали, все побежали. Быстро, 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 сюда ультуем. Напряженочка, большая напряженочка. Гренадер, поехали, поехали, поехали. Мы по-любому должны сделать его. Отлично, пол хп у нас сохранено, отлично, отлично, отлично. Давайте, давайте, занимайте следующую, следующую. Сейчас как раз у генерала Рама сейчас не будет жизни, и у нас будет последний, скорее всего, шанс его преодолеть. Поднажмите, пожалуйста, 1500. Давай, 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 чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, 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 чуть-чуть. Еее! Вы видели их кулачки, да? Фух. Это было потно. Отвечаю, это очень было потно, поскольку стало тяжелее намного убить из-за его защиты. Так, нам дали чернильную гранату. Но она, кстати, вообще такая нормальная. Она мне очень нравится. Потому что у нее продолжительное действие и вообще супер. Ну, если подводить какой-то итог, то, повторюсь, играть очень интересно. Игруха реально затягивает. Она, если что, распространяется совсем бесплатно. Единственное, есть там микротранзакции, чтобы качать фишки намного быстрее. Покупать всякие кристаллики, фишки и тому подобное. Но если вы не хотите донатить, можно, в принципе, играть и без них. Вы, конечно, будете проигрывать, но все же. Лично мне эта игруха очень нравится. Она прикольная, у нее прикольная стилистика. И самое главное, что она из серии Gears. И можно ее совместить со своим профилем Xbox Live. Поэтому, если нравится серия Gears, то игруха вам покажется очень прикольной. На этом у меня все. Если нравятся такие видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии, нравится вам эта игра или нет. Также пишите, как вам такой контент. И большое спасибо вам за просмотр, друзья. До новых встреч. И парню, который помог мне выиграть в Орду, большое спасибо.